Этим летом учащиеся средней школы номер 11 отдыхают и трудятся одновременно, причем их деятельность оплачивается. Многие из этих учеников заработную плату получат впервые. В ученические ремонтные бригады зачислены те, кто вовремя позаботился о своих трудовых каникулах, оформил необходимые документы. Ребята выполняют те виды работ, которым могут быть допущены несовершеннолетние в соответствии с действующим законодательством. Школьники занимаются оформлением кабинетов и благоустройством территории. В нашей школе уже традиционно, ежегодно, в течение всего года, не обязательно в летний период, работают ученические ремонтные бригады. Ну и цель этих, работы этих бригад, наверное, заключается в том, чтобы приобщить подрастающее поколение к тем навыкам трудового образования, трудового обучения, может быть, и экологического воспитания, для того, чтобы дети могли иметь представление, что действительно, трудясь, он приносит какое-то такое благое начинание в стенах, допустим, своей родной школы, и за это еще и получает какую-то заработную плату. Ученические ремонтные бригады играют важную роль в подготовке молодого поколения к трудовой жизни и воспитании высокой ответственности. Многие школьники уже распланировали, куда потратят свои средства. В школе я делаю разные поручения. Мне это очень нравится, так как мне еще за это деньги платят. Вот. Также пытаюсь делать что-то для школы, что-то лучшее. Хорошо оформить пытаюсь, чтобы она всегда занимала призовые места, как это и случалось раньше. Мы ухаживаем за цветами, убираем грядки, поливаем цветы, делаем все для благоустройства школы, чтобы она оставалась самая лучшая. Когда к нам приходят гости из других городов и школы приезжают, всегда говорят, что у нас красивая школа, что у нас чисто и все хорошо, что мы лучшие. Мы когда приходим в школу, нам дают поручения, мы их выполняем с удовольствием, потому что для нашей школы мы не жалеем сил, все делаем, и нам это нравится, потому что после чего нам дадут деньги, и мы выполним свою какую-нибудь мечту, на которую копили когда-то. Вот. Ну что еще? Оценивают нашу школу уже не первый раз, то, что очень красивая, благоухоженная школа. Мы помогаем школе, мы наводим здесь порядок, делаем все более красивым. И эта работа, она как бы может нас еще подготавливать к взрослой жизни. Мы уже будем немножко ознакомлены с этим. Вот. Благодаря школе это мы еще и получаем за это деньги. И одновременно ухаживаем, может, за цветами, травку дергаем. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».